Ты моя хорошая, ты моя киса. Ой, какая ты. Всем привет! Я продолжаю играть в Far Cry 5. И посмотрим, какие есть миссии. Вот такая лапа. Вообще классная кошка. Мяу. Кто сказал мяу? Это ты сказал? Вообще класс. Так, а есть ли у меня приманка? Да, может и... Так. Так, посмотрим, какие у нас есть миссии. Так, и нужно посмотреть, чтобы открыть чувака. А, вот, медведь. Медведь будет отвлекать врага. Остальное, помогите лобби центра. Клык в горах. Уэлдов. Центр Клык в горах, чтобы разблокировать медведя. Уэлд. Это Уэйд из центра Клык. Сектанты забрали всех животных, но кажется, чизбургер сбежал. Сейчас. Да. Чё, погнали мы за медведем? Пойдём. Кто там есть? Оу, сектант. Так, посмотрим, что у них есть денежки или нет. Ого! Иди завали его! Пойдем, кошечка. Кто-то грузовик бросил. Поедем на нем. Такое.
Нифига, тоже стреляет в меня. Как ты посмел? Опять начинается приключение. Вот. Их было шип. Что, все? Так быстро? Меня же, куда ты едешь? Смотрите, он так смешно. Эй, сосиска! Ты сосиска? Чё, мы его убили? Некогда нам. Нам надо развернуться. Почему опять кто-то приехал? Ты где? Ты мою пуму прибил, блин. Ты прибила кусок. Вип-сектант. Моя маленькая, давай. Оружие дергается.
Так, оружие и деньги мы взяли. Ах ты хитрец. Глаш ждет тебя. Засад. Будь с нами, ты найдешь путь к новому Эдему. Вера Сид. Испытание навыки. Да. Знаю, обо мне ходят слухи. Говорят, что я лгу. Манипулирую людьми. Что я одурманиваю их разум. Поделюсь с тобой своим рассказом, своей правдой. Вот это шедевр. У нее глазки такие зелененькие. Жила-была девушка, и весь мир был против нее. В школе ее травили. Дома над ней издевались. И это ты. Она села на иглу. В одиночестве ждала смерти. А потом пришел отец. Ей надежду, веру в себя. Отец помог ей понять свою истинную суть, открыть в себе любовь и жизнь. Дал ей новую семью, принял ее такой, какая она есть. И девушка больше не желала смерти. У нее была цель. Так как будто он был. Однажды отец привел ее сюда. Спросил, верит ли она в него. И сможет ли она умереть за него. Девушка испугалась. Ведь она очень хотела жить. Отец сказал, что это испытание. Он поверит в нее, если она поверит в него. И тогда она прыгнула. Отец держал слово. Путь в Эдем открыт для тех, у кого есть вера. Обалдеть. Иди по пути. Куда спрыгнул? Просто прими веру. Я дам тебе цель. Я освобожу тебя.
мне снилось. Вот это вина. Чувствуешь перемену? Ты жив. Чувствуешь? Первый шаг — это всегда страшно. Но мы в тебя верим. Пройди путь паломника. Следуй пути. Я встречу тебя. А, ладно, спасибо. Так, пойдем. У нас есть задание. Так. Не, ну ничего так интересно, конечно, придумали они. Это тюрьма округа. Нам нужна помощь. ДМщики пытаются прорваться сюда. Если рядом кто-то есть, помогите. А мне нужен Мишка. Мне нужен Мишка. Так, хорошо. Если... Мы сейчас возьмем вертолет и полетим. Кошечка, придешь туда, окей?
мирный житель спасен. Что? Вот это вот классная тачка с пулеметом. Кто там? Эй, отцепись! Офигело! Кто там на меня? Давай спасай. Нет, она сдохла. Она погибла. Ты что дергаешься? Кошка.
я стесняюсь, а где мой вертолет? А, вот он. Окошко застряло. Пума, персик. Мой персик. Мне похуй. Что творите? Пума, живи, кошечка моя.
остаться. Я не знал, что так все сложно. А вот и волк. Попали. Thank you.
Где цель? Так, ничего не вижу. Кто на меня напал? Это не здоровый фильм. Так, теперь нам нужно спасти по. Ума, как ты туда пробралась? Давай, живи. Я буду стреляться, убивать, убивать.
Ай-яй-яй. Посмотрим, что там. Посмотрим, что у нас надо. Тут я досуществует центр. Блокет медведя, чизбургер хочется. Здравствуй! Ты пытался арестовать Иосифа? Вот это да! Блин, не хотел бы я разозлить персик. Да, персик хороший. Ну же, я готов. Тут не без вас. Так, посмотрим, что... Безумная херня. Мейбл любит тебя. Мишки, гами. Классная у тебя пума. Спасибо, что вернул мне мой приют для животных. Почта без обитателей. Хорошо, что мы спасли этих волков от эдемщиков. Теперь им ничто не грозит. Они отправили своих безумных волков на старую лесопилку, чтобы сторожить пленников. Тут у нас был медведь по имени Чизбургер. Он настоящая знаменитость. Обожает барбекю чеда. Но из-за диабета пришлось его посадить на диету. Даем только лосось.
ДМщики хотели его забрать, так что я его выпустил. Теперь он разбойничает на свободе. Надо бы его найти. Убедись, что с ним все хорошо. Поймай пару лососей по дороге. Скорми чизбургеру лососей, и ты покоришь его сердце. Окей. Где бы взять пару лососей? Приманка, приманка. Сейчас мы возьмем приманку и найдем этого медведя. Бейсбольные шарики. Так, ладно, полетим мы на своем вертолете. Чизбургер. Так, где мне его найти? Карта. Это Уэйд из центра Глэйк. Сектанты забрали. А, вот он. Это не ты?
Шарики. Шарики. Они меня разыскивают? Ничего себе. Это твое ограбление. Сейчас посмотрим, что в магазине есть. Серебряные слитки. Рыбного места. Окей. 500 метров. No.
научи человека ловить рыбу. Чё себе рыбалочка. О, привет. Есть минутка? Могу научить. Знаешь, научить ловить рыбу. О, привет. Есть минутка? На какие-то минутки тут рыба. Могу научить наслаждаться жизнью, если хочешь. Научи человека ловить рыбу. О, привет. Есть минутка? Да какая минутка? Могу научить наслаждаться жизнью, если хочешь. Научи человека ловить рыбу. О, привет. Есть минутка? Могу научить наслаждаться жизнью, если хочешь. Научи человека ловить рыбу. О, привет. Есть минутка? Могу научить наслаждаться жизнью, если хочешь. Научи человека ловить рыбу. О, привет. Есть минутка? Могу научить наслаждаться жизнью, если хочешь. Научи человека ловить рыбу. О, привет. Есть минутка? Могу научить наслаждаться жизнью, если хочешь. Я хочу поймать рыбку. Ну, знаешь, научи человека ловить рыбу. Давай, быть.
Пошел в шопу со своей минуткой, дай мне половить рыбу. Так. Я думал, кошки не любят рыбу. Посмотрим, есть ли у них денежки. Thank you.
Кто это был? Кошмар. Что творят? Есть. Я стреляю как ниндзя. Чизбургер, ты где? Чизбургер. Окей, кушай, на тебе рыбку. На. Кушай. Кушай хорошего, кушай. Чизбургер. Да, мой хороший. Кто еще хочет? Весело-то, а? Нихрена себе! Говорят, тебе удалось найти чизбургера. Но значит, теперь ему ничего не грозит. Да, кстати, лучше не давай ему чизбургеров. Увижу и диабет. Ну,
круто. Теперь у меня будет Мишка. Состав отряда назначен. Боже, он у нас местная знаменитость, так что не удивляйся, если у него будут брать автографы. Все, пойдем, Миля. Миша, Потапыч. Давай проверим тебя на деле. Сейчас подъедет какая-нибудь хуйня, и я запущу. О, точно. О! Привет, друган! Все, нету другого. Наркотики. Ты чё хрюкаешь? Хрюкает он. Это охотники. Ученые всякие эксперименты ставят. Что у вас есть? А? Да не бойся, это хороший медведь. А? Так. Не боись, своих мы не обидим. Интересно, я смогу добраться? Нет, я соскальзываю. Ну, место для прыжка. Ты здесь, что ли, прыжок? Ты кто такой, а? Чего у тебя на лице? А, понял. Он нас сожрет! Убить его, убейте! Убейте медведя! Люди Иакова остерегаются дома Дрэпманов. Нужно понять, что там происходит. Господи. Да.
Боже мой! Спасите! Ты боишься моего Мишку, что ли? Офигенная паскалочка. Ну это вообще жесть. Да я тебя приласкаю хоть раз. О, нифига себе, он меня даже лезет. Обалдеть. Почешу тебя. Вообще круто. Такой прикольный. Мишка. А, твою же мать, раз ты опять сломал гребаный генератор. Иди. Пилить будешь что-нибудь. Так, генератор. Генератор твою мать. Может, куда-то и провод ведет. Да? Тут же провод ведет. Провод ведет вон туда.
Слышь, что там гниет? Я тут видел, как ты сегодня одел мышку, все одел. Ты туда зашел? Бог с ним. Прохладно так. Там есть лестница. Сейчас у меня дверька. Я не нашел ответа, как открыть его. Так, хорошо, посмотрим, может есть какая-нибудь пещера. Нет, пещеры тоже нет. Как туда пробраться, я не знаю. Ну, с вами был канал Серега ТВ. Подписывайтесь на этот канал. Thank you.
До новых встреч.